рубеж, мы увидели такие кнопки там. И думаем, почему бы у нас в информационном Казахстане, мы же всегда идем в ногу со временем, не сделать такие же кнопки. И сделали поэтому пробную кнопку, настроили, отстроили, вот сейчас дорабатываем. Так как в офисе мы не можем ее постоянно тестировать, мы решили сделать на остановке и, так сказать, доработать все нюансы, проработать. К нам обратился местный предприниматель, проявил свою гражданскую позицию. Позиция заключалась в том, чтобы установить тревожные кнопки. Как видим, сейчас наглядно можно их продемонстрировать. В принципе, механизм очень прост. Гражданину просто необходимо прийти, нажать на указанную кнопку и всю оперативную информацию, либо какое-либо совершенное правонарушение передать на пункт управления, то есть оперативно дежурному ЦОУ. В дальнейшем данная информация будет обрабатываться и передаваться ответственным сотрудникам, то есть для выезда на место происшествия. Установление данной тревожной кнопки позволит оперативно реагировать сотрудникам органов внутренних дел для пресечения какого-либо правонарушения. Также в дальнейшем положительно будет сказано на криминогенной обстановке в областном центре. И в дальнейшем, в принципе, планируется устанавливать такие тревожные кнопки на всех остановках города Костанай. Мы совместно с городской прокуратурой города Костанай провели анализ и всем, что получилось так, что компания Profit обратилась в городскую прокуратуру с инициативой, чтобы установить тревожную кнопку. Мы также поддержали ее, сотрудники прокуратуры к нам обратились и сказали, куда можно установить данную тревожную кнопку. В ходе проведенного анализа мы решили, что здесь с тем, что является центральной улицей, здесь находится базар, здесь город Костанай является областным центром, приезжает очень много горожан, которые из других районов, из других сел приезжают. Большой поток проходит людей, и в основном здесь у нас бывает такое, что здесь лица без определенного места жительства бывают, лица в состоянии алкогольного опьянения. В связи с этим мы попросили, чтобы данную кнопку в тестовом программе, пока в пилотном режиме, установили здесь и посмотреть, как вообще она будет работать, в каком формате она будет работать и какой даст она результат нам.